Вот отсюда я вышел, сделаю видеообзор сегодняшней прогулки. Вот здесь машины персонала. Вот дорожка. Вот. Гордимся прошлым, строим будущее. Построили. Пора поджигать. Тут такая красота, борт, тут так красиво все зелено. Вот. Но уже осень. Уже все, листочком сворачивается. Осень, осень, осень. Вот это вот впереди проходная. Тут строго как. Вот. Тут аллея сотрудников. Вот. Института. Там люди гуляют, шарятся, лабораторный корпус. Там прием посетителей туда. Вот. Пойдем. На машины там. А туда пойдем. Там интереснее. Красота какая, сосна. Какая большущая. Там белочка живет, я вчера снимал ее. Шумит, воздух свежий, с утра тучки были, сейчас развеялось, солнышко, тепло. Вот какие тут деревья мощные, березка уже все начала желтеть. Вот. Там за забором жизнь свободная, там машины ездят. Вот. У нас сюда не пускают. Вот. Но есть там технологическое отверстие в заборе. Вот, типа дырка. Вот. И через эту дырку есть связь с внешним миром. Вот. Вчера фотографировал тоже. Вот. А машин-то сколько? Тут траву все покосили. Березы, сосна, там яблоня здесь еще растет, там всякие такие, вот, дорога вот так вот по кругу, видишь? Добрый день. Вокруг здания все в лес. Все в лес вокруг. Кстати, еще здание такое беленькое. Вот. Вот там. Рабочий день. Вот сколько машин здесь. Сотрудников. Вон камень. Какой-то памятник. Камушку положили. Жертвам репрессий. Вот цветы растут. Вот. А голубей тут вон куча. С окна кидает им хлебушек. Вот они тут летают. Вот. Они летают тут. Вот. Тут прием посетитель. Вот. А так, а вот это вот. Вот открытое окошечко. Это вот мое окошечко. На второй этаж. Вот, ну я ничего голубям не кидаю. Вот, вон они. Кормятся здесь. Гули-гули-гули-гули. Она сейчас греется на солнышке. Тут парк тоже
красота. Там вот дома, там вольная жизнь, там магазинчик, вот туда можно ходить, правда без разрешения, но ходим, вот что надо там, все, ну тут обычно через Яндекс.Такси, вот этот, заказываешь, они привозят, ну вот, нормально, люди всегда идут в обход. Это волейбольная площадка, но что-то не видно желающих волейболить. О, ага, кушает, кушает. Один поклевал, второй поклевал. Вот они. Гульки, гульки, гульки. О, конечно, им тут жить. Пойдем туда, сходим. Еще. О, кто кому дорогу уступит. Вот, друг другу уступили. О, какая береза здоровенная. О, уже листики желтеют. О, секьюрити идет. О. Добрый день. Всякие. Вот тут как, еще трава еще зеленая, а березки уже желтеют. А тут вот совсем вон. Ой! Ой-ой-ой! О, кормушка голубиная. Вот так вот держутся они. Вон держутся вот здесь голуби. Вон бедненькие. Вот их нет тут лежбище. Вот там в этой дырочке они там чего там клюют. Ух, их сколько-то там. Ой, совсем не боятся, вот они ходят. Вот они, вот они. Коля, Коля, Коля. Ждут что-то, я им кину, наверное. Ждут. Ой, какой красавец, он красавец какой. Он полетел. Их тут очень много. Еще белки есть. Вот. Вообще ничего не видать. Вот забор тут такой вот, который нас охраняет. Или от нас охраняет. Или нас охраняет. Говорят, тут до ковида вообще было свободное посещение. А сейчас ужесточили. И вот. Вот такие дела. Вот тут вообще Берендеев лес. Вот тут дорожка кончается, а забор нет. Вот. Воздух чистый, дышать так это ведрами и здоровье можно тут. Красота. В общем. Вот, а там вот, как-то вокруг вот полностью дороги, 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 дороги. Тут бор, и тут в этом бору вот это учреждение. Так, ну все, на этом кончаю. Всего хорошего.